Опять меня плохо слышно. Ну, боюсь, что я уже ничего не смогу сделать. Я вот вижу свою, как это, шкалу моей слышимости выше. Я, наверное, ее ставить не буду, иначе это будет уже, ну, правда, не очень хорошо. Так, ну ладно. Давайте на самом деле приступать, потому что уже вот все, уже 4 минуты первого. Сегодня я расскажу вам про игрификацию, про поведенческую экономику, про то, как они взаимосвязаны. Ну и при чем тут образование, а также при чем здесь ну, разные бизнес-процессы. Давайте приступим. Так, ну что, да, все. Ну, начну с того, что, ну да, на самом деле и я, и Мирослава, мой партнер в разных смыслах, мы с ними, мы с Мирославой очень много занимаемся именно рассказываем про то, что такое игрификация, да, и ну, как она может применяться. И, ну да, вот сейчас на данный момент порядка 60 тысяч уже человек, кому мы об этом рассказывали. Вы видите, что это очень разные достаточно люди. Интересно, вот кто из вас, я кого-то узнаю, вот кого-то еще нет, но я думаю, что даже здесь вот в чате многие уже встречались либо со мной, либо с Мирославой, либо в курсе, либо, может быть, вебинары какие-то смотрели, либо подкасты, может быть, слушали, или еще что-нибудь такое. Так что если вы здесь, если вы уже знаете меня или Мирославу, напишите мне об этом. Да, в курсе и в вебинарах. Да. Но для остальных мне придется немножечко рассказать сначала про игрификацию. Я думаю, что это будет минут 15-20, может быть. Вот, и потом дальше я приступлю к разным интересным темам. Но рассказать про то, что такое игрификация, нужно, чтобы мы все были в одном поле. А еще мне сегодня от вас понадобится очень ваше активное взаимодействие с вами, чтобы вы в чатике очень много всего писали. Вот. И давайте немножечко можно сказать, что потренируемся в этом, ну, там, в следующем слайде. Да, это просто про один из наших проектов, касающийся образования. Это курс «Игрификация», который сейчас тоже идет, его обновленная версия. Я про это тоже еще расскажу в конце вебинара. И вот, первый вопрос. Как вы думаете, только, пожалуйста, действительно это не проверка ваших знаний, да? Шум. Хорошо. Значит, это не проверка ваших знаний, это действительно просто интересно. И всегда получается, ну, очень интересные ответы. Как вы думаете, кто быстрее всех понял концепцию игрификации? Вот из тех, кто, ну, вот, перечислен на этом слайде. Или показан, может быть, даже на этом слайде. Как вы думаете, кто быстрее и лучше всех понимает, что это маркетологи, учителя? Так, какие еще варианты? Школьники. Дети. Отлично. Дети, дети. Хорошо. Действительно, дети разбираются быстрее всех, потому что, ну, на самом деле, можно сказать, что они живут в этом, живут этим, и, ну, игра – это нормальный способ познания мира для детей. И у нас было несколько проектов, связанных именно с детьми. Вот один из них, и да, они прям, им даже объяснять ничего не приходится, они и так все понимают. Как вы думаете, у кого больше всех возникает сложностей? Тоже напишите, пожалуйста, в чате. Учителя. Так. Опять учителя. И еще раз учителя. Чиновники. Да. Хорошо, хорошо. Вот смотрите, по поводу... Да, учеба это не игрушки. Это частый такой... Возражение такое часто. Ну так вот, чиновники на самом деле тоже разобрались. Вот они во время другого нашего мероприятия. Им все понравилось. Видите, вот они улыбаются. Все поняли. И в том числе, как это все можно использовать. Сложности возникают у тех, кто думает, что ну, они и так уже все прекрасно знают, и что они уже хорошо разбираются ну, там, в игровых механиках, а в том, чтобы
ну, как именно доносить до людей информацию, например. Или, ну да, они просто считают, что, ну, и так уже все хорошо знают. И у них, можно сказать, такой наполненный стакан. И, ну да, тогда обычно бывает сложнее разговаривать про игрификацию. Так что я вас очень попрошу на время вот этого вебинара, если даже у вас наполненный стакан, хотя я так не думаю, что вы всегда готовы к восприятию новых знаний, иначе вы бы здесь, наверное, не были. Вот. Если вдруг он у вас заполнен, вы, пожалуйста, чуть-чуть его опустошите, чтобы, может быть, чуть-чуть с другой стороны посмотреть, ну, может быть, даже на привычные уже вещи. Потому что игрификация – это во многом именно об этом. Как посмотреть на уже известное с немного другой стороны. Да. Хорошо. Так. Теперь еще один вопрос. Тоже достаточно интересные бывают обычно ответы. Кто такой среднестатистический геймер? Давайте сразу же скажу, что геймер в данном случае это тот человек, который несколько часов в неделю уделяет играм. Ну, может быть, мобильным, может быть, компьютерным. И вот напишите, если это мальчик или мужчина, то пусть будет буква М. Если это девочка или женщина, то будет буква Д, да, и какой у него возраст. Ну, например, М17 – это мальчик 17 лет, а Д72 – это девочка 72 лет. Вот. Так что, да, М17. Хорошо. Подросток. 34. М до 30. М25, женщина лет 35-45, М35, Л7, М37. Так, хорошо, хорошо, дети 7 лет, да? Ну вот, смотрите, у нас бездельники 20-25, вот как раз вот для тех, кто думает, что это бездельники 20-25 лет. Сейчас следующая парочка слайдов. Смотрите. Обычно геймеров представляют, ну, примерно вот так. Как вот какие-то такие, ну, может быть, школьники, которым после уроков заняться нечем, или, ну, действительно, некоторые воспринимают их как таких вот, ну, может и 30-летних, да, но вот там 20-30, может, до 40 лет, опять мужского пола, и такие действительно, может быть, бездельники. Вот. Но бывают геймеры очень разные. Мне знакомы и представители примерно такие, когда уже очень серьезная, взрослая такая женщина играет, ну, допустим, в гоночки. Вот, да, геймер 42 лет, виртуальные дельники, да, интересно. Вот, и если вы зайдете в метро, да, то вы увидите вообще-то среднестатистического геймера, если вы посмотрите на то, чем занимаются люди в смартфоне, когда они едут в метро, ну или в маршрутке, или, не знаю, в перерыве между совещаниями. В принципе, ответ именно про среднестатистического геймера, да, он может немножечко отличаться в зависимости от того, считаем мы людей, которые играют в бесплатные игры, или те, которые играют в платные игры, или если мы смотрим людей, которые играют на десктопе или в мобильные игры. И, в принципе, главное, что можно сказать, это то, что среднестатистический геймер сейчас в среднем в мире растет, да, становится с каждым годом все старше, и он все больше становится женщиной, то есть гораздо больше теперь находится у нас среди геймеров женщин. И если говорить вот, ну, особенно в среднем по миру, но я думаю, что и в среднем по России тоже, среднестатистический геймер – это действительно женщина средних лет. Ну, может, 35 лет, может, 40 лет, вот как-то так. И есть страны, например, Япония, где очевидное преобладание больше геймеров женщин. Но есть, ну, а в европейских, например, странах примерно пополам. И если и есть разница, то она может быть там 2, может быть в 3%. Вот. И сейчас, еще раз, все больше это в сторону женщин. Так вот, к чему это все? Это, конечно, не означает, что играют только вот эти вот женщины, только в метро. Нет, это означает, что графикация – это вообще-то про всех людей, и она может
Просто о чем это? О том, что люди сейчас уже отлично знают, вообще знакомы с контекстом игры, и, например, они все практически знают, что такое повышение уровня, допустим, да, или там какие-то другие базовые игровые механики. И они по-настоящему к этому привыкли. Есть еще одна сторона, да, это то, что у нас ну, постоянно окружает какая-то многозадачность. Возможно, вы даже сейчас, параллельно с тем, что слушаете меня, смотрите там что-нибудь на, например, смартфоне, или занимаетесь еще каким-то делом. И это, ну, может, к сожалению, может, к счастью, это обыденность, это то, как происходит все сейчас. Все практически так и делают. И считается, что игры – это скорее такое какое-то отвлечение от каких-то полезных и нужных дел. И вот, например, человек, похожий на председателя правительства Российской Федерации, ну, вроде бы занимается какой-то деятельностью такой, похожей на игру. Человек, похожий на депутата Государственной Думы, вместе, которая тоже похожа на Государственную Думу, тоже вроде как играет во что-то. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать применить вот эти вот увлекающие и вовлекающие вещи, которые есть в играх, и почему бы не потягаться с играми на их же, ну, на их же поле и не сделать жизнь больше похожей на игру. И вот именно этим и занимается игрификация, и это просто небольшой перечень того, чем можно заниматься, что можно улучшать с помощью игрификации. Давайте сейчас еще один вопрос я вам задам. Касается он того, насколько давно появилась игрификация. Только, пожалуйста, не бегите сейчас в Google или в Википедию, вы это всегда сможете сделать. Мне интересно, как вы думаете, кто придумал, ну, такую вещь, как пазлы, и для чего? Это что я имею в виду? Это некие какие-то составные части, которые друг с другом складываются, можно вставлять их друг другу в пазы, и благодаря этому получать некую вот эту вот картинку. Ну, и чтобы они там были сделаны, ну, чтобы они были плоские там, и так далее. То есть то, что мы обычно принимаем за пазл. 50-е годы прошлого века. Давайте еще какие-нибудь варианты. Ну и пока вы даете варианты, 18 век, хорошо. Так, пока вы даете варианты другие, я расскажу просто про то, что игрификация буквально нас всюду окружает. Конечно же, вы прекрасно знаете там такие примеры, когда нужно собрать там, не знаю, 50 наклеек и получить посуду какую-нибудь со скидкой. Также, конечно же, статус, да, и вот, в принципе, даже просто платиновая карточка – это уже статус. Но вот конкретно эта карточка – это, ну, не так себе статус, потому что вот эта вот карточка, где она покрыта действительно настоящим золотом, и это маленькие-маленькие такие бриллиантики, это уже, ну, такой посолидный статус. Но если мы говорим прям про настоящий-настоящий статус, то это вот карточки типа вот этой, где окантовка это не просто так, это цитаты из Корана, а посередине находится серьезный уже бриллиант, который не позволит эту карточку вставить там в какой-нибудь банкомат. Ну и эта карточка перестает работать, если на ней находится меньше, чем 3,5 миллиона долларов. То есть это вообще ничему ни для чего не нужна эта карточка, кроме как для того, чтобы показать статус владельца. Вот. Также у нас есть очки, разные баллы. Да, иногда это все превращается в сложнейшую экономику, когда нужно там высчитывать, где какие... Да, интересные тут ответы дают. Вот. И, по-моему, у меня следующий слайд будет ответ на то, когда появились пазлы. И, соответственно, это было сделано в 1761 году. Вот это вот, это не первая карта. Это карта 1765 года. И что это было? Это учитель географии, картограф точнее. Он придумал так, он взял, разрезал карту сначала Англии, Великобритании точнее, на графство, и потом наклеил это все на деревянную основу, на фанеру. Нет, не на фанеру, на деревянную основу. И, соответственно, с помощью этого инструмента он учил детей
и студентов географии. И потом он создал, соответственно, другие карты, вот эта карта Европы. И 150, если не ошибаюсь, лет после этого пазлы не использовались вообще никак и нигде, кроме как вот именно на уроках географии. И только потом, когда появилась возможность более дешевым способом это делать, ну тогда пазлы стали таким очень распространенным явлением. Вот. Так что игрификация, мягко говоря, не нова, и очень многие игры происходят. Бывает и такое, да, как в этом случае, что сначала появилась игрификация какого-то процесса, а потом уже были сделаны игры. Так. Угу. Хорошо, хорошо. Так, поехали дальше. Очень часто, когда говорят про идентификацию, ее путают с тем, что на Западе называют identification или bidgification, биджификация. Вот. Или, вот, соответственно, это PBL. И что это такое? Это очки, points, это бейджики, badges, и это рейтинги, leaderboards, которые, я думаю, вам представлять не нужно, вы их и так прекрасно знаете, и в том числе вы знаете их, если вы учителя, как учителя, вы знакомы с этими инструментами. И мы на самом деле очень любим приводить вот эту вот аналогию, что если мы берем механические часы, то очки, points, они очень похожи на секундную стрелку, их очень легко зарабатывать, они прямо очень, ну, очевидны, и если мы заработаем, например, 60 каких-нибудь этих очков, то можно получить бейджик. А если у нас большое количество бейджиков появилось, то тогда мы можем участвовать в неком лидерборде. Но если мы заглянем под вот этот вот циферблат по механических часов, то можно обнаружить, что вообще-то эти бейджики с лидербордами, это может быть три вот этих вот шестеренки. И на самом деле инструментов намного-намного больше. И есть такой товарищ Кевин Гербах, о котором я еще расскажу чуть позже, который говорит про некую пирамиду элементов, да, в которой элементы упорядочены по мере их абстрактности. Самые абстрактные на самом верху. Так вот, вы можете увидеть, что среди компонентов, да, всего вот этих вот три, да, это и есть вот эти вот PBL. Они сейчас выделены жирным цветом. Вот. И, соответственно, ну, это только самые распространенные элементы, да и то на самом деле здесь нет, например, прогресс-бара. Вот, их 30 здесь. А на самом деле элементов, ну, сотни. И говорить о том, что все состоит из этих трех элементов, это примерно как говорить, что ну, часы механические – это вот только три вот этих вот стрелки. И забывать о том, что находится внутри. И давайте... Так, я давайте сейчас сразу же отвечу про презентацию. Смотрите, по определенным причинам я бы не хотел ее сейчас выкладывать. Вы можете мне прислать... Напишите мне на почту, я ее в конце оставлю. Так, я, может, даже сейчас оставлю. Вот, и... Я тогда вам... Ее пришли. Я вот выслал свою почту. Вот. Соответственно, можно будет таким образом решить. Давайте сейчас попробуем определиться, кто такой игрификатор и чем он занимается. А потом я уже приступлю к тому, о чем, собственно, у нас и должен быть сегодня вебинар. Значит, Кевин Гербах, главнейший, наверное, популяризатор игрификации в мире, да, он говорит о том, что это, ну, вот вы видите на слайде сейчас, что это применение игровых элементов, игрового мышления вне игровых контекстов. Но на самом деле, в том определении, откуда он это взял, а именно у Себастьяна Веттерлинга, там есть еще дополнение про то, что должно быть удовольствие, про некий фан в системе и некоторые еще дополнительные вещи. Гербах его несколько укоротил, и потом вот в таком виде оно
видимо, самое распространенное, самое известное определение того, что называется игрификация или там геймификация. Но в том числе и сам Вербах, он говорит, что это определение ну, не совсем точное, потому что ну, к нему может быть много вопросов. Например, один из вопросов – это может ли игрификация применяться в игровых контекстах? Как вы думаете, может? Если да, то в каких? Как может применяться игрификация в игровых контекстах? Я чуть-чуть еще подожду, пока вы напишите, может быть. Хорошо, да. Ладно. Сделать рейтинг лучших шахматистов. Да, правильно. Это хороший вариант, да. Неопределенно, да, конечно. Смотрите. Вот если мы берем такой игровой, на самом деле, уже. Вот мы берем такую вещь, как бег. Да, мы хотим ее превратить чуть-чуть в игру. И мы начинаем соревноваться сами с собой на скорость. Да? Это ну, уже некий рейтинг, пусть и с самим собой. То есть это ну, такая уже игрификация, ну, может быть, несколько скучного процесса бега. Затем мы берем и добавляем туда командную составляющую. И у нас получается, например, эстафета. Да? И это уже получается игрификация игрифицированной игры. Но мы можем это сделать уже в четвертой степени и сделать ее игрификацией игрифицированной игры. А именно, мы берем и ставим такую вещь, что на одном конце зала мы выкладываем поле для крестиков, ноликов и колец, а двум командам, которые участвуют в эстафете, выдаем два типа футболок или два типа полотенец, еще чего-нибудь в этом роде, чтобы они были разноцветными. И задача выложить, соответственно, ряд из трех полотенец, например, своего цвета. И это очень сильно увеличивает скорость и желание того, чтобы дети, например, бегали. Вот, соответственно, вот это и есть добавление еще вот этих вот игровых правил в уже существующую и так уже игрифицированную систему. Так, ставится ли игровой контекст игру в результате игрификации? Становится ли игровой контекст игру? Это интересный вопрос, который может быть не такой уж и простой. И так, может быть его интересно будет обсудить позже, в конце вебинара, если у нас останется время. Буду признателен, если вы зададите его еще раз. Хорошо. Значит, соответственно, мы извините. Соответственно, мы придумали, сделали новое определение, которое, мне кажется, чуть-чуть более подходящим, да, что игрификация – это введение дополнительных игровых правил в любую деятельность. И тут должны соблюдаться три неких аспекта. Да? Это, во-первых, все должно становиться ну, таким, более веселым, более интересным. И тут для каждого человека все по-своему. То есть мне, например, очень нравится создавать какие-либо игры в Excel, да, или чтобы это были в физическом мире игры, но они там максимально, что они требуют, какой девайс, это, например, таймер, да, и может быть там кубик играли. Вот и все. То есть они должны быть каким-то минимальным функционалом. То есть это вот нравится мне. А кому-то нужно обязательно там сказочную историю, чтобы это были эльфы, чтобы это была там еще какая-нибудь такая вещь. Вот. И есть достаточно популярная такая теория у Николь Лазарра, касающаяся четырех типов фана. Но это такая немножко непростая и, честно говоря, немножко спорная теория. Там ее как-нибудь, может быть, в другом вебинаре расскажу. Вот. Второе, что должно быть, когда мы вводим модификацию, это обязательно связь с реальностью. И вот один из самых известных примеров, это когда изучается, например, таблица Менделеева, есть похожие вещи про таблицу умножения, изучается она через игру в морской бег.
когда мы, например, на последних минутах урока химии объясняем детям, что можно попробовать играть в морской бой на вот этой вот таблице Менделеева. И тогда можно вместо того, чтобы называть ряды и строки, да, мы называем сами элементы. И потом дальше можно будет усложнить эту игру. И, допустим, чтобы у нас однопалубные корабли, например, можно было только на инертных газах разместить. Или еще что-нибудь в этом роде. И да, прекрасно работает. В том числе в России, в нескольких школах я знаю про то, что это применяли. И очень хорошо позволяет показать, да, детям, как и где находятся вот эти вот элементы. Потому что они с удовольствием играют в это даже вне школы. И еще одно важнейшее обстоятельство. Это, допустим, в том же самом примере с морским боем. Если вдруг ребенок по какой-то причине не хочет играть в эту игру, и, допустим, он хочет просто изучать вот эти вот внутренние механизмы, хочет понять, почему элементы находятся именно там, где нужно, ну, надо разрешить ему делать именно так, действовать так, как ему больше нравится. И можно сказать даже так, что игрификация — это как раз об этом, о том, чтобы разрешить добиться какой-то цели игроку самым удобным ему методом. И, может быть, для этого можно добавить туда некие игровые правила. Другими словами, игрификатор — это тот, кто, да, превращает какие-нибудь скучные, неприятные, долгие, там, сложные процессы вовлекательные и прекрасные. И вот напишите тоже сейчас в комментариях, как вы думаете, любой ребенок, вот если он видит такую вот дорожку, что он будет делать? Каким образом он будет по ней идти? Я пока почитаю комментарий. Да. Жалко, что кому-то пришлось убежать, но ничего, будет запись этого вебинара. Вот. Зигзагом на одной ножке, да, скрещивая. Можно и со скакалочкой. Вот смотрите, на самом деле это делает вообще любой ребенок, ну или практически любой ребенок. И даже если нет вот этого раскрашенного в разные цвета поля, допустим, начинает он прыгать по трещинкам, или наоборот, чтобы не наступать на трещинки в асфальте, или идет по бордюру, или еще какие-нибудь придумывают правила. Не обязательно, действительно, не только ребенок. Давайте сейчас расскажу про один интересный, тоже вот одну интересную игру, которую, ну, насколько я знаю, ее тоже многие придумывают. Вот, но чем я занимался, когда работал на офисной работе. Нужно было ездить, ну, более или менее в час пик в метро. И я играл в игру такую, что мне нужно было доехать. Ну, мне нужно было проехать порядка 8 станций еще с пересадкой, и при этом я играл в такую игру, чтобы никто до меня не докоснулся. И в час пик это, ну, настолько сложная игра, вот. Но тем не менее это возможно. То есть нужно, ну, я занимался на тот момент очень активно айкидо, и я применял все то, что я научился делать во время айкидо, то есть я чувствовал, что происходит вокруг меня, и да, это был очень интересный опыт. Я знаю еще про другую модификацию этой игры, когда, там, допустим, три раза, когда тебя докоснулись, то это тоже ты такой взорвался. Вот, и, ну да, соответственно, нужно издать какой-то звук по этому поводу. Так вот, действительно, это не только дети могут придумывать такие игры. И, в общем, о чем это? О том, что если есть некий скучный, там, рутинный, например, процесс путешествия из пункта А в пункт Б, можно туда добавить какие-то игровые правила, которые в любой момент можно отменить, но при этом они превращают это во что-то более увлекательное, и при этом
как это ни странно, несмотря на то, что мы добавляем какие-то сложности, проблемы, какие-то несуществовавшие до этого, и ну, что-то действительно усложняем, добавляем проблемы. Тем не менее, передвижение из пункта А, оно не только из пункта А в пункт Б не только становится интереснее, но оно еще и очень часто бывает быстрее. Вот так. Ну, бывают и такие игроки, которые толкают людей. Но я как раз играл в такую игру, чтобы ну, вообще ни до кого не докоснуться. И это очень, что я говорю, очень непростая игра. Во всяком случае, в условиях московского метро у Алины 9. Так, и вот смотрите. Когда мы говорим про PBL, да, про верификацию, это вот одна сторона, верификация – это вот как раз вот добавление игровых правил, которые ну, на самом деле очень редко связаны с какими-то… И очень часто бывает так, что там вообще нет, например, рейтинга. И даже, скорее всего, в таких играх не будет рейтинга. И есть два направления психологии ну, в игрификации, которые можно использовать. Одно из них – это бихевиоризм, и это касается как раз в основном того, что мы называем биджификацией, или там биджификейшн, или квантификейшн. И есть вот гуманистическая психология. И в чем здесь различие? Бихевиоризм – это о том, что вот, там, мы даем некий стимул, из-за него там, что-то происходит в черном ящике, и получается некая реакция. В принципе, у этого направления есть очень существенное преимущество, потому что можно много раз повторять эксперименты с голодными крысами или голубями, и будет примерно одно и то же, там, с определенной какой-то изменчивостью, которая в пределах погрешности. Если же мы говорим про игры, если же мы говорим про игрификацию, на самом деле далеко не всегда важно, что произойдет на самом деле или как человек должен воспринимать то, что мы ему даем или показываем. Верификация и игры – это о том, как человек это чувствует, как он к этому относится, какой он переживает при этом опыт. И то, как он, например, воспринимает вероятность того, что произойдет некое событие. И вот как раз вот гуманистическая психология, она может дать некий полезный взгляд на это, да, то есть о том, что человек, каждый человек может переживать свой индивидуальный опыт по поводу даже одних и тех же событий. И вот здесь мы очень близко подходим вот к тому, как называется наш сегодняшний вебинар, и почему вот здесь очень близко верификация именно с поведенческой экономикой. Что это такое поведенческая экономика? В принципе, можно ее, на мой взгляд, выразить двумя такими главными, не то чтобы постулатами, но вот главными мыслями поведенческой экономики. Первое – это то, что люди очень редко, на самом деле, действуют рационально и эффективно, так как написано, например, в учебниках по экономике. И сейчас, если я не ошибаюсь, 3 Нобелевских премии было получено именно за доказательство вот этого, что люди действуют нерационально, в том числе и тогда, когда это касается денег. И второй момент – это то, что мозг человека ищет какие-нибудь короткие пути. И если у него получилось что-то, допустим, даже много раз выполнить, и если он видит проблему, которая, как ему кажется, очень похожа на то, что он уже когда-то делал, он именно по этому пути и попробует пройти. Вот. Соответственно, вот об этом, на мой взгляд, поведенческая экономика. И сейчас я расскажу про парочку экспериментов, которые описаны в книге Дэна Ариэля, которая называется «Предсказуемая иррациональность», и которые имеют, ну, на мой взгляд, прям непосредственное отношение к тому, что такое верификация и там, биджификация тоже. Смотрите. Первый эксперимент был, ну, такой... Не знаю, как студенты MIT на него согласились, но вот он состоял из примерно такой вот интересной
задачи. На экране было два объекта, да, это круг и квадрат, и нужно было перетащить максимальное количество вот этих вот кругов из одной части экрана в другую часть экрана и поместить их внутрь квадрата. Как только круг помещался в квадрат, на месте этого первого круга появлялся новый. И вот нужно было 5 минут заниматься вот этой увлекательнейшей деятельностью. И вот, соответственно, эксперимент был с 3 группами студентов. Группы эти достаточно большие. И различались они в следующем. В первой группе за то, что они перетаскивают вот эти вот объекты из одной половины экрана в другую, давали $5. Другой группе давали 50 центов. И третью, ну, просто благодарили. И говорили спасибо, что вот так вот сделали. Как вы думаете, насколько отличалось вот это вот количество вот этих вот перетащенных кругов в зависимости от группы? Или я лучше переформулирую вопрос. Напишите, пожалуйста, в чате, начиная с той группы, которая больше всех перетаскивает, и заканчивая той группой, которая перетаскивает меньше всех. Например, учить 2, 1, 3. Или там 1, 2, 3. Как вы думаете, какая... Так, 1, 3, 2, 1, 2, 3, одинаково, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, приблизительно равно. Ну вот, смотрите, на самом деле не равно, и разница была достаточно большая. Некоторые из вас дали правильный ответ. Именно так и произошло. Ну, возможно, вы читали книгу Дэна Ариэля. Смотрите, если мы берем две группы, и тут, в принципе, более-менее понятно, да, что той группе, которой платили больше денег, да, они воспринимали это как серьезную какую-то работу, ну, для них, по крайней мере, в те годы, когда проводилось это исследование, $5 это была, ну, сколько-нибудь весомая величина. И поэтому они, ну, старались. А другая группа подумала, ну, какие-то 50 центов нам заплатят, мы целых 5 минут будем тут работу работать. Вот. И тут, в принципе, более-менее понятно. Но что удивительно, это те люди, которым просто их благодарили за то, что они это сделали, они сделали, ну, не сильно больше, но чуть-чуть больше, чем те, кто вот за $5 это делает. Ну, будем считать, что это такая статистическая погрешность, но разница с тем, что вот было за 50 центов, на мой взгляд, очень и очень видна. Давайте посмотрим вот следующий вариант, что он сделал. Это вместо денег давали подарки, да, по такой же стоимости. То есть от группы 1 давали конфеты, ну, которые приблизительно стоят $5. Другой группе давали там условный батончик Сникерс, который стоил тогда 50 центов. Ну и третью группу опять просто благодарили. Как вы думаете, как что-нибудь изменилось? И опять же напишите, например, 3-2-1, 2-1-3. Вот как по-вашему? Так, 1, 2, 3. Какие еще есть варианты? Хорошо, хорошо. Интересные варианты. Ну да, на самом деле все приблизительно делали одинаково. Я думаю, что про этот шоколадный батончик это тоже некой статистической погрешности, да. Неважно, какой стоимости был подарок, да, тем не менее, приблизительно все делали так же, как и если просто благодарили. И теперь еще третий вариант. Что произойдет, если мы назовем стоимость подарка? Да? То есть вот как у нас, если вот в группе 1 будет, вот мы вам
вы будете вот это вот все делать, и мы вам дадим конфеты стоимостью 50 долларов, стоимостью 5 долларов. Да, а другие говорят, вот мы вам 50-центовый батончик дадим, там, Сникерс. И третья, опять же, благодарность. 1, 2, 3. И еще есть варианты. Одинаково. 1, 3, 2. Ну хорошо. На самом деле Дэн Ариэли говорит, что получилось то же самое, что и в первом опыте, да, но я просто повторяю цифры, которые были в первом опыте. И смотрите, о чем это все говорит. Что люди, если они делают это просто для того, чтобы, ну, если они считают, что они помогают тем самым, например, экспериментатору, да, или там своему учителю, то они, ну, действительно ориентируются, что они, ну, помогают ему и делают это ради того, чтобы помочь ему. И, видимо, никто не воспринимает так, что я вот сейчас вот помогу своему там, учителю или экспериментатору, а заодно еще и получу какой-то батончик. Да? Тут происходит то, что люди начинают воспринимать и сравнивать стоимость вот этого подарка, да, или стоимость тех денег, которые выдаются в результате этого опыта, с тем, как они могли бы альтернативным образом, например, заработать эти деньги. Вот. И, соответственно, ну, во-первых, это нас учит тому, что если мы дарим кому-нибудь подарок, то, наверное, нужно отклеивать ценник, вот, потому что это будет воспринято, видимо, как раз в плоскости финансовых каких-то отношений. Так. Менталитет участников. Ну, смотрите, тут в чатике спрашивают про менталитет участников и то, что много воздействует. Ну, да, конкретно этот эксперимент проводили среди студентов MIT, но потом пробовали это делать и среди многих других студентов и европейцев тоже, и не только, по-моему, студентов. То есть не только в Америке, но и в Европе. Конечно, возможно, если это провести в Индии или в Перу, может появиться какая-то другая ситуация. Но если мы говорим про западное общество, то приблизительно такое происходит восприятие. Вот. И хоть и говорят наши философы, что русский человек не европеец, мне кажется, в этом отношении все-таки он европеец. И поэтому в России, мне кажется, будет, ну, приблизительно такое же распределение. Ну вот смотрите, как это все объясняет Дэн Ариэли. Он говорит о том, что вот представьте себе рождественский или там на День благодарения ужин. И вот все сидят, радуются, приятный был очень ужин, сладкое. Ну, конечно, это могут быть разные варианты, но вот смотрите, с чем это он действительно сравнивает, и мне кажется, что это действительно хорошая аналогия. Вот у нас есть ужин, все радуются, и все очень вкусно, и потом, это вы, допустим, пришли в гости, ну, может быть, к тёще, может быть, еще ну, какому-нибудь родственнику. И вот после того, как ужин закончился, все выпито, все съели, все порадовались, вы встаете и вынимаете бумажник и говорите: так, ну вот этот вот ужин, я думаю, так как нас тут было трое, я думаю, что 4000 рублей, наверное, это достаточно вот для того, чтобы покрыть расходы. А потом, допустим, вы достаете еще тысячную купюру, кладете и говорите: нет, я думаю, что это был действительно отличный ужин, так что вот 5000 рублей. И, ну, очень вероятно, что таким образом вы с этой родственницей очень надолго поссоритесь, если вы таким образом все это переведете из сферы, когда вы находитесь в каких-то дружеских каких-то отношениях, да, в сферу вот этих вот меркантильных денежных отношений.
И совсем другое дело, если вы принесете, например, бутылку вина или, ну, еще что-нибудь, торт, да, он, может быть, будет стоить 5% от общей стоимости вот этого стола, а может быть, он будет стоить 200%, да. Если вы не будете говорить про стоимость этого, того, что вы принесли, вероятность того, что вы останетесь вот именно в этих дружеских отношениях, она очень высокая. Если же вы назовете, скажете, что вот там редкое вино, которое стоит там столько, то, конечно, опять есть вероятность, что вы поссоритесь, потому что, ну, перевести вот эти вот рельсы с мира дружбы в мир денег очень легко. Еще один пример, который приводит Ариэль. Это если молодой человек встречается, например, с девушкой. Первое свидание, второе свидание, там, ходят они в ресторан, там, третье свидание, они там еще какие-нибудь, на концерт на какой-нибудь сходили, опять поужинали, и потом в итоге молодой человек говорит, ну вот мы уже вот несколько раз встречались, и пора бы, в общем, нам перевести дела уже в другое русло, потому что я уже достаточно оплатил, и вот можем приступить к следующей части программы. Дэн Риэли предполагает, и я с ним согласен, что, скорее всего, это приведет к тому, что больше с этой девушкой молодой человек встречаться, наверное, не будет. Вот. То есть, смотрите, мы живем в этих вот двух мирах одновременно, в мире социальном, в мире дружбы и в мире вот этому денежном. Да? И перейти из одного в другой, особенно из социального в мир денег, ну, очень просто. И здесь вот, наверное, у многих из вас возник вопрос, при чем здесь вообще игрификация? Наверное, игрификация именно в том понимании, в каком мы ее понимаем, да, она тут ни при чем. Зато при чем вот эта вот биджификация и bet your points, badges, leaderboards. Особенно если мы вводим некую виртуальную валюту или какие-то бейджики, которые можно обналичить. И поменять их на какие-то реальные призы. В принципе, в рамках курса и в книге мы говорим о многих минусах такого подхода, но есть еще один, о котором вот сейчас я тоже скажу. Это может быть самая плохая сторона того, что мы делаем, если вводим вот эти вот какие-то награды, если не даже и виртуальные, но которые можно потом обменять на деньги или на какие-то призы, которые можно потом будет продать. Да, это если мы вводим вот эти вот поощрения за ту деятельность, которая раньше, например, в коллективе или если мы говорим про работу, или в школе и в классе, считалось нормальной, привычной, то, что люди и так без этого делали. И вот, допустим, они друг другу помогали, да, там, просто по каким-то своим личным предпочтением, потому что они любят помогать другим людям, потому что, ну, просто они чувствуют вот этот вот коллектив. И тут мы вводим какие-то бейджики или какую-то виртуальную валюту, которой мы награждаем этих людей за то, что они делают вот эти вот обыденные, в общем-то, вещи, которые находятся в плоскости вот этого социального взаимодействия, в плоскости дружбы, в мире дружбы. И мы таким образом переводим всю эту историю в мир финансов, в мир денег. И это очень существенный потенциальный минус, который может испортить любые вот эти вот хорошие взаимоотношения. Ну, по крайней мере, если верить поведенческой экономике, если верить Дэну Ариэлю и если верить некоторым кейсам, которые происходят и о чем, ну, на самом деле, не очень будет писать. Смотрите, давайте поговорим еще про один эксперимент, который тоже с этим совсем связан. Его тоже описывает Дэн Ариэль в той же самой книге. Нужно найти пары чисел, да, дающие в сумме 10. Да, ну,
Сейчас здесь на экране всего три пары чисел, да? А в том эксперименте людям давали, опять же, это были студенты, умные студенты, им давали 5 минут на то, чтобы найти 20 пар чисел. Это максимум, который можно было найти. Соответственно, это большая бумажка такая, на которой таблица. Ну, в общем, это не так просто найти вот эти вот пары чисел. И за каждую правильно найденную пару чисел этим студентам давали, опять же, 50 центов. Было три разных варианта. В первой группе студенты вообще никак не могли мошенничать. То есть они, ну, действительно, вводили кружочками, и нужно было показать потом проверяющему, какие конкретно числа составляли вместе 10. Другие могли порвать листы, потом спрятать как-то и просто сказать экспериментатору: вот я нашел там столько-то вот этих вот пар. И третья группа отличалась тем, что... сначала нужно было подойти к одному экспериментатору, сказать ему, допустим, я ответил, нашел только две пары, он дает два жетона, потом нужно было пройти буквально там 4 метра, подойти к следующему экспериментатору и отдать ему вот эти вот жетоны. И он тогда отдаст столько там центов или долларов, сколько, ну, вот этих вот жетонов. Так вот, вопрос. Наверное, не совсем правильно. Не сколько пар, да? А действительно, была ли разница между этими тремя группами и насколько большая? То есть вот все-таки такой развернутый ответ напишите. Допустим, что, ну, не знаю, вторая группа в два раза меньше нашла, чем первая группа, да? Вот какие-то такие ответы попробуйте написать сейчас и посмотрим, насколько это сходится с теми экспериментами, которые проводил Дэн Ариэль. Так, я сейчас пока подожду. Смотрю еще другие комментарии. Смотрите, это, опять же, ни в коем случае не проверка ваших знаний, да, и я, например, очень сильно ошибся, когда читал книгу, очень сильно ошибся в том своем предположении, как должно быть. Так, 12, 10, 7, еще ничего больше в третьей группе. Так, ну ладно, это, наверное, какую-то достаточно сложную задачу я задал, да, как именно все это написать. Наверное, я начну рассказывать, а вы можете попробовать сейчас в чате написать, как вы думаете, почему происходит то, что... То, о чем я сейчас буду рассказывать. Вот смотрите, значит, еще раз, это были умные достаточно люди, это студенты MIT, один из самых... ну, таких крутых, продвинутых вузов в Америке. И за 5 минут те студенты, которые не могли мошенничать, в среднем нашли 3,5 вот этих вот вариантов, 3,5 пары из вот 20 возможных. Те, кому разрешали порвать лист или спрятать его, и они просто могли рассказать экспериментатору о том, сколько они нашли вот этих вот чисел, внезапно они становились намного-намного умнее. Конкретно, ну, почти в два раза, не в два, но на 70% умнее они становились, как только им разрешали спрятать результаты тестирования. И вот для меня это было совершенно удивительно. Несмотря на то, что между этими экспериментаторами там 4 метра всего, да, и, ну, по идее, они могут даже друг друга видеть, тем не менее, вот этот вот промежуточный этап через жетоны, да, он приводит к тому, что люди умнеют в 3 раза.
Это, наверное, хороший показатель, но может быть и не совсем хороший показатель, говорящий о мошенничестве. И есть еще один аспект этого же эксперимента. Вот из этих вот 20 пар, да, можно... Вот сколько вот люди абсолютно мошенничали, да, сколько вот они сказали, что нашли все 20 вариантов, да? Среди тех, кто мог, среди тех, кто никак не мог мошенничать, нашли 20 пар, все 20 пар, 0 человек. Потому что, ну, несмотря на то, что, если я не ошибаюсь, выборка была 2000 человек. 0 человек не смогли, ну, никто не смог найти все 20 пар. В той группе, где разрешали там мошенничать немножечко, да, это было меньше 1%. А точнее, это было 4 человека из 2000 человек. А в той группе, которые сначала получали жетоны, а потом их могли обменять на доллары, это было 16% человек. Те, которые сказали, что они нашли все варианты. Как это объясняет Дэн Ариэль? Он объясняет это таким образом. Допустим, вы сидите на работе, и вам позвонила жена или позвонил муж и говорит: вот, там, ребенку завтра в школу срочно нужен красный карандаш. Можешь взять его на работе? И, ну, я не знаю, вы можете тоже, наверное, ответить в чате, но я думаю, что большинство людей скажет: ну да, конечно, и действительно возьмут вот этот вот красный карандаш на работе. Ну, может быть, завтра его, или там, через день они его вернут. Но, допустим, если у вас на данный момент совершенно нет денег, да, ну, просто вы все деньги забыли дома, например, нету карточки, нету ничего, и при этом вы находитесь на работе и нету вот этого красного карандаша. И вы знаете, что можете зайти в соседний канцелярский магазин и купить его, ну скажем, за 10 рублей. И при этом вы видите открытую кассу у себя там на работе, из которой вы тоже, по идее, можете взять вот эти же, ну там, 10 рублей, и, может быть, вы их завтра возьмете. И если спросить вас, сделаете ли вы это, да, то я уверен, что большинство из вас не захочет брать деньги из кассы. Ну, просто вам не позволят это, что-то внутри вас не позволит это сделать. И то же самое происходит и тогда, когда мы вводим вот эти вот жетоны, как и с красным карандашом получается. Обмануть непосредственно с деньгами, ну, достаточно сложно. То есть взять и сказать: я вот это вот сделал, и поэтому дайте мне там столько-то денег. А обмануть с тем, чтобы дали какие-то вот эти вот бейджики, да, или какие-то, ну там, еще другие виртуальные вещи, намного психологически проще. И особенно, если это, ну, все-таки не 4 метра между экспериментаторами, да, а там, например, месяц. И вот вы целый месяц зарабатываете какие-то бейджики, и потом в итоге вы их можете, например, на что-то потратить. В общем, вот эти вот бейджи, кроме прочего, они еще и очень сильно увеличивают вероятность того, что человек, ну, смошенничает. Вот. Это то, о чем нам может сказать поведенческая экономика и как это связано с идентификацией, а точнее, как это связано все-таки, наверное, с бейджификацией. Вот такой вот еще есть вопрос, да, есть ли минусы у дружеского подхода? Это, допустим, если вы в компании или в классе, вы находитесь с людьми, с учениками, например, вот в таком каком-то дружеском отношении, да, и вы просите их, например, о том, чтобы они что-либо сделали, и не платите им за это деньги. Да, это очень хороший вариант, и, возможно, к этому следует стремиться в большинстве случаев, но у этого есть, видимо, самый главный минус. Достаточно обычно бывает всего одного раза, когда вы, например, безальтернативно в контролирующей манере
потребуете за что-то денег с вашего клиента или, например, потребуете что-то с вашего ученика. И это очень быстро приводит к тому, что, ну, опять мы съезжаем из вот этого мира дружбы в мир денег. Поэтому нужно быть очень осторожным. В принципе, у мира денег, особенно если мы говорим про бизнес, да, если мы говорим про какие-то рабочие отношения, ну, есть, конечно, преимущество, потому что, ну, мы получаем то, за что платим. И ровно в том виде, по крайней мере, так теоретически должно быть, или, может быть, даже превосходя ожидания, как вот то, за что мы заплатили. Но вот очень сложно будет, если вдруг понадобится из вот этого мира денег, да, перейти в мир дружбы. То есть нужно всегда думать об этом. И очень большая опасность и очень большая сложность именно с бюджетификацией, с тем случаем, когда мы можем отоварить то, что мы получили какую-то виртуальную валюту или бейджики, вот именно с этим вот вариантом, то, что мы перейдем из мира дружбы, из мира социальных взаимоотношений в мир денег. Так что если вы запомните всего одну только мысль из этого всего вебинара, пусть это будет такая, да, что, ну, есть определенные недостатки, если мы переходим из мира дружбы в мир денег. Так что думайте. И думайте хорошенько, нужно ли это вам. Теперь я еще расскажу заключительный слайд, следующий будет. Сейчас у нас идет курс, базовая версия у него бесплатная, и я вам очень рекомендую на него записаться. Это, мне кажется, полезно для всех, кто работает с любыми людьми, а также если у вас есть какие-то сложности, например, даже с собственной мотивацией. Вот. Потому что в этом курсе мы как раз и рассказываем, как повысить ее, как можно и в некоторых случаях создать, как можно сделать так, чтобы разные рутинные, скучные, неприятные, длинные процессы превращались в прекраснейшую игру. Как можно раскрасить вот эту дорогу из пункта А пункт Б разными цветами, так чтобы человеку, совершенно не для ребенка, было интересно по ней прыгать. Вот, надеюсь, что было интересно и полезно. Да, давайте свои вопросы постараюсь ответить. Добавил в чат адрес курса. Вот. Записывайтесь и проходите его. Там у нас исторически так сложилось, что очень много преподавателей. Что самое важное почитать про игры с точки зрения гуманистической психологии? Вот прям про игры с точки зрения гуманистической психологии. Это очень сложный вопрос. Потому что, честно говоря, смотрите, если говорить про игрификацию, да, ну, про геймификейшн, честно говоря, почти все те книги или статьи, которые я читал, они скорее все-таки именно бихевиористскую вот эту вот сторону. Из англоязычных я могу сказать, это некий Скотт Николсон, а также частично Анджи Моржевский. Два человека, которые об этом пишут. На русском языке я боюсь, что вам нечего будет почитать про это. Может быть, частично об этом есть. Вот еще кого можно почитать. Рожека Юа, «Игры и люди». Вот. Но, наверное, лучше всего вам дождаться, пока выйдет наша книга. Что за книгу поменяли в чате вместе с курсом, да.
Это наша книга, которая выйдет, я думаю, что в начале марта. Ну, может, нет, я думаю, ну, в общем, в марте она выйдет, и, что называется, в апреле она будет во всех магазинах страны. Вот там, конечно, про именно про гуманистический подход и про то, что к разным людям нужно относиться по-разному, про то, что люди меняют свою мотивацию в зависимости от того, в какую игру они играют, про то, что люди меняют мотивацию в зависимости от того, как долго они играют в эту игру, просто по мере движения в этой игре, особенно если она длинная. Вот об этом обо всем написано в этой книге. Ну да, она выйдет у нас в марте. А форма для создания простых игр, чтобы дети сами делали игры. Ну, так я не знаю, потому что, опять же, это по-разному может быть. Про платформу для детей, чтобы они могли делать игры. Смотрите, на самом деле, я все-таки, наверное, опять скажу, что зайдите в тот курс, да, который я уже тут говорил, и вот его адрес. Там в одном из первых шагов перечислено порядка 30, если я не ошибаюсь, платформ, где применяется геймификация в IT. И часть из них как раз именно направлена на детей, и именно на то, чтобы детей научить создавать электронные игры. Поэтому я сейчас, наверное, не буду говорить, лучше всех подходит, вы просто зайдите туда, посмотрите и выберите то, что подходит именно вам. Вот, потому что, то, конечно же, там, если это совсем маленькие дети, да, то тогда им нужно скорее алгоритмирование, а не программирование, да. Вот, и из этого тоже нужно и самому, в том числе, создавать интересные игры. А если это все-таки про детей постарше идет речь, то им, наверное, уже больше ему нужно программирование. Так что, ну, просто зайдите и выберите. Кроссворд по дефектологии. Да, конечно, вот этих вот вариантов, когда делаются кроссворды, на самом деле вы можете просто ввести онлайн кроссворд, да, в любом поисковике, и ну, вот таким образом вы можете это все оцифровать. И на самом деле, конечно же, в таких вещах, в таких программах кроссворды делаются, ну, честно говоря, там за 3 минуты или, ну, за одно нажатие мышкой, если вы знаете все слова, которые вы хотите туда вставить. И, ну, если у вас составлены вот эти вот вопросы. Определение вот этих вот слов, которые нужно найти в словаре, в кроссворде. Вот, соответственно, это очень легко оцифровать. Пожалуйста. Так, ну ладно, наверное, больше нет вопросов. Если есть вопросы, задавайте, я еще пару минут буду просматривать чат. А так, да, спасибо большое, что слушали. Я надеюсь, что это было интересно. Ну да, записывайтесь на курс. Всем спасибо. До свидания. И да. Сейчас тоже я прослушаю. Все. Ну что ж, друзья, давайте поблагодарим Ивана за, как всегда, замечательный вебинар. Я всегда с удовольствием слушаю его выступление. Он у нас уже выступает в третий раз в Директ Академии. Вот сегодня тема была такая достаточно продвинутая.
Я думаю, что вам всем понравилось. Я восполняю тот пробел, который произошел из-за того, что меня не было в начале. И хотел бы вкратце... Да, во-первых, я чуть-чуть выше по чату разместил ссылку, где можно, если кто-то хочет приобрести сертификаты за данный, за участие в данном вебинаре. Ну и в конце я привел ссылки на три следующих вебинара. Завтра будет мой вебинар, он посвящен практическим советам ведущему вебинара, что делать после вебинара. 1 в пятницу, 1 февраля в пятницу Юрий Николаевич Белоножкин с вебинаром обучения рабочим процессам, профессиям онлайн, про и контра. Ну и, наконец, 4 февраля мой вебинар «Мастер учебного контента, инструменты и приемы». Ну, а теперь я с вами хочу попрощаться. До свидания, до новых встреч в Директ Академии.